Так, я собралась сегодня идти на бассейн. Такой у меня прикид. Кофточка с лосинчиками. И буду загорать. И сегодня ночью был большой дождь. И утром было вообще так свежо, прям прохладно. Я думала, что уже нельзя использовать день под загорание. Но уже распогодилось. Так что иду на бассейн и немножко поснимаю бассейн. Когда проезжали на машине, я делала обзор нашего комплекса. Ну, может быть, кто не видел, то сейчас немножко еще поснимаю, покажу, как этот комплекс выглядит изнутри. Домики двухэтажные. Они некоторые в сером цвете, некоторые в светлом. У нас такой вот светлый домик. Ну, вот он, вот этот домик, там наша квартира. И за каждым закреплено паркоместо. Вот это наше паркоместо. Дональд поехал сегодня к Джону Джексону помочь там машину делать. А я сейчас иду на бассейн. Хочу уловить момент, когда не сильно солнце печет, постепенно принимать загар. Я вообще белокожая, и ко мне сложно прилипает загар. И если пересидеть на большом солнце, то я вообще обгораю быстро, становлюсь, кожа становится красная. Так что постепенно хочу добиться бронзового загара. Ну, немножко. Я люблю, когда подзагоревшая кожа. Такие все улочки, все аккуратно сделано, дорожки. Зеленый газончик вон возле каждого домика. Все очень цивильно. Мне нравится. Вообще, совсем другое настроение у меня сейчас здесь, чем кто смотрел меня еще раньше, когда я была в штате Вашингтон. Я там почти каждый день плакала. Но вот эта погода на меня сильно действует. Если дожди, то я вместе с дождем плачу. А здесь солнышко, и я радуюсь. Мне пока все нравится. Сейчас подхожу к нашему бассейну. Вот так они огорожены. И этим бассейном могут пользоваться только жители нашего комплекса. Не маленький бассейн. Такой большеватенький. Чистая вода. Кроме такого бассейна, вот лежаки можно занимать. Столики, кто приходит в компании, можно взять перекусить. И вот этот джакузи. Здесь, кстати, горячая вода. Как-то еще раньше, дня два назад были здесь, тоже находились три девушки, ну, с ребенком. И они сказали, что сейчас вот этот джакузи не все работает, не все бульбашки. Там только одна струя. Но я использую эту одну струю тоже. Для тела очень хорошо, мне нравится, так подтягивается тело. Так что сейчас у меня будет релакс, плавать, загорать. Сказать, что у меня еще много отснятого материала в Польше. Я еще не все показала. Так что сейчас, возможно, в этом видео вставлю, как меня провожали мои внуки и дети. Едем на вечеринку. Или как это назвать? Импреза на польском. На польском импреза. Забрала я Карину, Нику. Едем к Лиле сейчас на ужин прощальный. Ну, не знаю, в общем, на ужин. Да, Карин? С Никусей. Где ты, Ника? Помаши ручкой. Скажи всем привет. У меня новая игрушка. Ух ты, новая. А как ее зовут, ту игрушку? Кисемиса. Да нет, как-то по-другому его. Как? Кисемиса. Да ты же говорила по-другому. Кисемиса. Ну ладно, хорошо. Ну покажи мордашку ее, свою игру. Поверни еще по-другому, ты задом. О, вот так. Ой, какая мордочка страшная. Да, ну ладно. Она отпугивает врагов. А, врагов отпугивает. Ну, классная игра. Так, кто там? Никуся, давай, выходи. Не стрелочки. Давай, зайдем, выходим. Ника, смотри, как можешь сделать, смотри. Вот так. Ух ты, склеивать, да? Смотри, да, залезла киса Миса на дневинку, да? Ой, ну давайте. Идемте. Так, Лилюня, как всегда, уже все тут готово. Ну, я же тут помогала, Карина, конечно. Так, сейчас я принесла. Что вы там есть? Ангелуся! Сончик! В этом году будет первоклассница будущая,
Ангелосочка. И я хочу, ну, в принципе, школьница и Соня, да? И моя золотая. А, это, Лизуня у нас уже взрослая школьница. И хочу делать такие подарочки. Дед Мороз пришел летом. О, Ангелося, это тебе пенал. Покажи, какой красивый. Ну, сейчас мы еще пооткрываем, покажем внутреннее. Сейчас, Филиппчик, и тебе. Сейчас внутренности пооткрываем. Школьница. Так, для Лизы у меня пенал в денежной эквиваленте. Это тебе купишь, какой ты хочешь. Можешь выключить пока? Лиза, а тебе такого чудика? А мне чего? И тебе чего? Так, и тебе такой, и тебе. О, всем по мишке, глянь, какие мишки. Все, целуйте бабушку, давайте. Николь, а ты целуешь меня? И Филиппчика. А ты застыл. Давай. Ну, ты, подожди, не спеши. Вот же надо показать. Тут таблица умножения. Как раз Соня будет повторять. А Ангелина будет учить. Потом тут все. Резиночка, стружилка, линейка, фломастеры и карандашики. Вот. Вот такое все. Так, чтобы сейчас мы уберем, и до школы вы его не раскрывали. Ну, то же самое, видишь? Мне тоже табличка. Нужно школу линейку, а то у меня нету. О, ну у меня там бумажная была линейка, надо тебе дать. Так вкусно и красиво, прям вообще, Лилюня. Вот это, вот это, кто мне такие будут столы готовить? Можно, а что, я не снимала, теперь по новой. Все по новой, Миша, да? Кто ты? Ангелося. Ну, давайте. Давайте. Дзинь-дзинь. Чтобы хорошо ты долетела. За хороший полет и посадку. У меня такой длинный будет перелет. Может быть, и расскажу. Где сколько буду ждать. Давай. Это такой коврик для рисования. Там оно мокрые фломастеры. Рисуешь, и проявляется цвет. Вот это, Лилюня, еще и Наполеон спекла. Вау! Пропитался хорошо. Давай покажу разрез. На, держи. Дегустация тортика. Ну-ка. Мягкий. Мягкий? Вау. Вкусный. Так, вот это вот сейчас игра идет. И как вы думаете, кто это играет из детей? Отгадайте с трех раз. Лиза, Ангелина или Соня? Вот кто. Карина и Лиля. Я тебе так два раза уже поддалась. А как она называется, эта игра? Ну, в общем, мне этого не понять. Вот тут болельщики. Никуся, что ты сказала? Ну, повтори, зайчик. Говорит, давай, мама, ты сможешь. В этот раз Карина сражается с Лизой. И мне кажется, что Карина выиграет.
Да. Делаем ставки. Мне Лелюня сделала маникюр. И вот это вот украшение сделала такое утонченное. И вот одна из женщин на нашей вечеринке заметила, говорит, и кто это тебе такое красивое сделал? Говорю, это моя дочь. Аллу обнимай, она уезжает. Кофту поднимите, народ. Иди, Аллу обнимай, сына. Что ты? А ты? Я снимаю. Ты иди. Иди. И правда. И правда, ты 3 месяцев вроде хотя бы один. Плакай.